И всем привет, ребята! Меня зовут Полина, и вы попали на мой YouTube-канал. Сегодня, я думаю, как вы поняли по названию обложки, я буду собираться в Москву. Чтобы вы понимали, 18 марта у нас самолет в 8:30, по-моему, утра. Не знаю, в 8 часов, короче говоря, у нас в субботу вылет. Я вам тоже обязательно это сниму. Сейчас мы с вами будем собирать чемоданы. Я вам покажу, что же я положу. Чемоданчик свой. Скоро я буду собирать рюкзак. Короче, все я буду собирать. Буду снимать на камеру для вас. Надеюсь, вам понравится. Ну, в принципе, давайте не будем много болтать и поехали. Итак, у нас есть 3 чемодана. Мамин, мой, по-моему, и Сони, не знаю. И у нас тут лежит упаковочная бумага и открытки, так как мы едем еще на день рождения. Короче, happy holidays. Я так понимаю, розовый — это мой чемоданчик. Я возьму, думаю, одну пару джинс и одну пару штанов. И леггинс, потому что там холодно, и я под низ буду одевать еще. У меня есть черные джинсы, вот такие, но я их очень редко ношу. Такие Зары и такие. Чаще всего я ношу вот эти, поэтому мы их с вами возьмем. Также у меня есть 2 пары штанов. Это вот такие вот серые и черные. Вот эти мы с вами положим в чемодан, а вот эти, в этих я поеду. Итак, со штанами мы разобрались. Возьмем вот такую вот кофточку, вот эту. Черную зипку. Такую возьмем. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Кто не понял, я разбила свои любимые духи. Тут вставлю фотку. Они разбились. Также мама дала сейчас мне ботинки. Это мои, это Сонины. И положить их в пакет, а потом их в чемодан. Также перчатки. Их мы тоже сейчас положим, кстати, в эти же кармашки. Итак, я почти уже все собрала. Некоторые, я думаю, знают, что я люблю вязать, поэтому сейчас мы с вами будем собирать пряжу, которую я возьму, и там буду, в принципе, вязать. На самом деле есть много пряжи. Вот тут вот, и вот тут вот лежит много синтепона, недоделанные проекты. Возьмем мы с вами вот такую. Вот такой вот зеленый моточек. У меня есть, конечно, такого же цвета моток, только поменьше, но нам понадобится с вами побольше. Также возьмем вот такой вот желтоватый оттенок. Также возьмем вот такой вот черный моток. Возьмем мы с вами вот такую вот белую офигительную пряжу. Кстати, я у себя нашла вот такую вот прикольную пряжу. У меня вот 2 мотка их. И они очень красиво фиолетового цвета и переходят из темного в белый цвет. Итак, ребята, всем good morning. Мы завтра едем в аэропорт. Я собрала пряжу свою, так как я люблю вязать. Я не останусь без вязания. Также я вяжу шарф. Это не самая важная, конечно, информация, но спицы нельзя брать в самолет. Также мне надо будет не забыть иголку взять, парочку крючков. Также надо будет взять ледянки, так как будем там кататься. Я даже... Кстати, сегодня прекрасная погодка, светит солнышко. У меня есть тут много-много разных вкусняшек. Мне подарила их моя сестра. Киндеры разные тут на 8 марта подарила она мне. И, надеюсь, меня пропустят с ними. Возьмем такой вот пакетик.
Я эти сладости положу в чемоданчик. Закроем его сейчас. Ну что, надеемся, наши сладости выдержат полет. Также сейчас я буду собирать свой рюкзак в полет. Все самое ненужное вытаскиваем. Учебники разные. Фантик, альбом, линейка, еще одна линейка, карандаш, бумажка, фетка. Ой, моя валентинка мне подарила моя сестра. Смотрите. Оп. Фетка, алька. И также у меня есть такие вот фетки, мы их возьмем. Также я возьму с собой русский язык и математику, так как мы уезжаем на 2 недели раньше. Математику, дневник и дополнительную математику возьмем. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really. Кстати, я создала вот такую вот прекрасную шапочку. Хотите ли вы туториал? Пишите в комментариях. Уже вечер, мы заказали пиццу, но она почему-то к нам не хочет идти. Мы доупаковываем наши чемоданчики, обмотали их пленкой. Ой, перевеса у нас нету, так что, короче, мы идем кушать и всем чао какао. В общем, ребята, я искупалась. Мы там собрали, сейчас еще раз все проверю и пойдем спать. Ну что, ребят, доброе утро. У нас утро был вот такой вот очень сильный туман. Ничего не было видно, но как-то мы добрались до аэропорта. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know. Когда мы приехали в аэропорт, мы пошли завтракать в Блинбери. Там было много разных блинчиков, но нам ничего не понравилось. Так что мы решили пойти в Бургер Кинг и взяли там ролл с картошкой фри и наггетсами. Но мама сказала выкинуть картошку фри, потому что она была очень плохая. Все остальное время мы с Соней пытались себя как-нибудь развлечь, играли в морской бой, потому что наш рейс перенесли на 13:00. То есть мы сейчас пришли на стойку регистрации и ждем, пока она откроется. В общем, у нас задерживают рейс. У нас должен быть вылет в час, но сейчас уже 11:30, я не думаю, что мы поедем. Итак, мы сейчас идем в сеть, что из Горячего есть, потому что у нас рейс немного продлили, и идем смотреть, что есть интересного. Такого тумана даже здесь заселяют уже в номера, потому что здесь просто невозможно. В общем, наш рейс объявили только что, поэтому мы сейчас идем наконец-то на регистрацию спустя 1000 лет. Еще дорогу спутал, что мы сейчас идем на регистрацию. Ура! Так, мы сейчас пришли в кафешку, что можно сказать, так, перекусить. Мама себе сейчас закажет, чтобы мама перекусила. И у нас через буквально 20 минут самолет. Мы прошли регистрацию, все хорошо. Вот. Себе ничего не брала, взяла только мама себе греческий салат. И Соня взяла. Покажи еще раз, как ты отреагировала на этот монет. Тут больше льда.
сойдем в самолет спустя миллионы-миллионы лет. Мы очень долго стояли. Этот момент надо запечатлеть. Ну что, ребята, мы на месте. Полет пошел отлично, без всяких затруднений. Взлетели, посадка, все было нормально. Я очень надеюсь, что вам мой влог зашел. С вами была я, Полина. До новых встреч. Пока.